Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 9 ноября. Житие и подвиги преподобной матери нашей, Матроны. Святая Матрона родилась в Перге Памфилийской от благочестивых родителей. Придя в возраст, она была выдана замуж за почтенного и знатного человека по имени Домитиана, и стала матерью единственной дочери, которую назвала Феодотией. Однажды муж Матроны пошел вместе с нею в Византию. Здесь Матрона, обходя храмы Божии, молясь в них усердно Богу, познакомилась с одной девицей по имени Евгенией, которая в посте и подвигах соблюдала свое девство, день и ночь упражняясь в молитвах. Подражая житию Евгении, Матрона не отходила от церкви с утра до вечера, пребывая в ней на молитве, а вечером возвращалась домой. Ранним же утром она снова уходила в церковь на молитву и воздержанием и постом умерщвляла тело свое цветущее молодостью. В то время она имела от роду 25 лет и прилежно молила Бога, чтобы он, как сам ведает, сделал бы ее свободную от супружества, дабы она могла беспрепятственно работать Господу. Муж ее Домитиан, видя, что жена его ежедневно рано поутру уходит из дома и возвращается едва только к вечеру, стал подозревать, что она уходит не на молитву, а на какое-нибудь дурное дело. Поэтому он стал гневаться на нее и не пускал ее из дома. Матрона со слезами просила его, чтобы он не препятствовал ей ходить в церковь, однако она просимого не получала и посему очень скорбела, ибо имела изволение лучше находиться в доме Божием, нежели в селениях грешников. Однажды Матрона упросила мужа отпустить ее в церковь на молитву. Придя поспешно в храм святых апостолов, она излила перед Богом сердце свое, с умилением молясь ему. Она просила Господа, чтобы он освободил ее от того тяжелого ига, которое ей было великим препятствием к богомыслию, и, изведший ее от суетного и многомятежного мира, привел к безмолвному житию, дабы она беспрепятственно могла благоугождать ему единому. В такой прилежной молитве она пребыла весь день. Когда наступил поздний вечер, церковный предверник велел всем уходить, чтобы запереть двери церковные. Тогда из церкви вышла и блаженная Матрона. Однако она не пожелала возвратиться домой, но осталась на паперти. Здесь она встретила одну девицу по имени Сусанну, которая с юных лет, посвятив себя Христу, в посте и молитвах проводила жизнь свою подле церкви. Познакомившись с Сусанной, Матрона посетила ее келью и беседовала с нею всю ночь, рассказав все о себе и своей жизни. Сусанна утешала ее и убеждала возложить надежду на Господа по своей воле, устрояющего спасение людей. «От Господа, — сказала она, — стопы человеку исправляются». От этой беседы с Сусанной Матрона воспламенела еще большей любовью к Господу, к Богу, и задумала убежать от мужа, чтобы, скрывшись от него, втайне работать Богу. Когда наступило утро, Матрона пошла к упомянутой выше Евгении и открыла ей свое намерение. Евгения сказала ей: «Нужно тебе, сестра, прежде всего устроить дочь твою, Феодотию, которая еще очень мала. Подумай, как она может быть без матери?» Матрона отвечала: «Дочь мою Феодотию я поручаю Богу и матери Сусанне. Сама же пойду в пустыню, где наставит меня Бог». Тайно взяв из дома дочь, она отдала ее блаженной Сусанне, умоляя ее, чтобы та приняла Феодотию как свое чадо и воспитала бы в страхе Господнем. Сусанна, видя, как Матрона горячо пламенеет любовью к Богу и преисполнена непреложным стремлением к безмолвному житию, приняла от нее дитя вместо дочери, а Матрона взывала к Богу, да наставит он ее на путь правый, и словами псалма говорила ему: «Скажи мне, Господи, путь, в который пойду». Вздремнув немного от усталости, Матрона увидела во сне такое видение.
Ей представилось, что она бежит от какого-то преследовавшего ее человека. Когда тот стал догонять ее, она вбежала к каким-то инокам, которые скрыли ее от преследователя. Это видение Матрона объяснила себе так, что ей нужно принять мужской образ и пойти на время в мужской монастырь, чтобы укрыться там от своего мужа и от всех знакомых. Матрона остригла свои волосы и, одевшись в одежду евнухов, пошла с блаженной Евгенией в церковь святых апостолов. Здесь, помолившись, она открыла Святое Евангелие, желая узнать, угодно ли Богу намерение ее, и узрела там следующие слова. «Если кто хочет идти за мною, да отвергнется себя и возьмет крест свой и следует за мною». Нашедшая в этих словах благую надежду, что Бог будет ей помощником, Матрона поцеловала Евгению и, разлучившись с нею, пошла в монастырь преподобного Воссиана, где выдала себя за евнуха, а когда спросили ее об имени, назвалась Вавилою. Принятая в число братьев, она добродетельно подвязалась, со смирением исполняя послушание, постом и бдением изнуряя плоть свою, пребывая всегда в молитве. Матрона старательно охраняла себя, чтобы не узнали, что она женщина, посему хранила глубокое молчание и от всех устранялась. И все братья удивлялись великой ее добродетельной жизни, похваляли подвиги ее и считали ее совершенным иноком. Так святая Матрона пребывала в монастыре довольно долгое время среди иноков, сияя, как луна посреди звезд, своими добродетелями. Однажды ей случилось с другими иноками работать в саду. Один инок по имени Варнава, возделывая вместе с ней землю, из любопытства взглянул на ее лицо и, увидав, что у нее проколоты оба уха, спросил, «Зачем проколоты у тебя уши?» Блаженная сказала ему, «Нужно тебе, брат, землю возделывать, а не на чужие лица смотреть, ибо это противно иночеству. Но так как ты увидал проколоты мои уши, то узнай причину того. Когда я был малым отроком, меня очень любил мой воспитатель и украшал меня золотыми вещами. Он проколол уши мои для драгоценных серег». Так блаженная Матрона отвечала Варнаве и исполнилось сердце своем страха. Долго она думала, опасаясь, чтобы не открылась тайна ее, и так молилась Господу. «Твоим повелением, Господи, я пришла в эту иноческую обитель. Ты призвал меня, и я не намереваюсь возвратиться обратно. Итак, покрой благодатью твоей немощь мою и к доброму концу приведи предпринятое мною житие. Да не буду я посрамлена в моем уповании на тебя». Человеколюбивый же Бог по неизреченным и неисповедимым судьбам своим благоволил открыть о ней настоятелям двух монастырей, что она женщина, дабы явилось в ней еще больше усердия к иноческому житию. Однажды преподобному Воссиану во время сна явился благообразный и светлый муж и трижды повторил: «Иночествующий в твоем монастыре евнух Вавила есть женщина». Такое же видение было и блаженному Акакии, игумену монастыря Авраамиева. Когда наступило утро, Воссиан призвал одного из иноков по имени Иоанна, который был по нем первый, и поведал ему то, что видел. Во время их беседы к преподобному Воссиану пришел посланный от игумена Акакия с известием, что в ту ночь было ему открыто видение об евнухе Вавиле, что это женщина. Преподобный, удивившись и желая еще более удостовериться в этой тайне, ибо он опасался, как бы это ни оказалось каким-нибудь обманом вражеским, и не сразу поверил бывшему во сне видению, раскрыл Евангелие, и взор его упал на следующие слова. «Кому уподоблю Царство Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в три меры муки, доколе все вскисло». После сего, поверив видению, Воссиан призвал к себе блаженную Матрону и взглянул на нее с сердитым взором, грозно сказал ей: «Зачем пришла ты к нам, женщина? Как дерзнула ты столько времени пребывать среди иноков? Не бесчестие ли хочешь ты навести монастырю нашему, или пришла для нашего искушения?» Блаженная Матрона, пораженная неожиданным обличением и сильно испугавшись грозного взора и голоса настоятеля, припала к честным ногам его, прося прощения, и смиренно отвечала: «Не искушая кого-нибудь, но сама спасаясь от вражеского искушения и избегая сетей лукава, пришла я, отче святый, к овцам стада твоего». Настоятель снова сказал ей:
Как осмелилась ты, будучи женщиной с непокрытой головой, приступать к божественным тайнам и давать в уста лобзания братии? Матрона отвечала: приступая к божественным тайнам, я не совсем открывала голову, а лишь немного. Давая же лобзания, братья, я представляла себе, что прикасаясь к устам не человеков, но бесстрастных ангелов. Преподобный, удивившись такому мудрому ответу, снова спросил ее: почему же ты пришла не в женский, а в мужской монастырь? Блаженная, оставив боязнь, подробно начала рассказывать ему все о себе. Была я выдана замуж, стала матерью единственной дочери, любила всегда посещать церкви Божии и там день и ночь пребывать в молитве. Муж же мой запрещал мне таковой подвиг, неприятностями и побоями старался отвлекать меня от усердного влечения к храму и молитве и всячески препятствовал моему стремлению к Богу. Посему я задумала бежать от него, чтобы мне можно было свободнее работать Богу. Бывшее видение привело меня к вам. Я видела себя во сне, убегавшую от преследовавшего меня мужа и скрытую какими-то иноками. Обдумав видение и поняв, что не иначе могу укрыть от своего супруга, как во образе инока, я переменила женское одеяние и, надев мужское, переименовала себя Вавилою и, выдавая за евнуха, пришла в этот монастырь. Преподобный Вассиан, со вниманием слушая слова блаженной Матроны, очень удивился ее разуму и усердию к Богу и сказал ей: «Дерзай, дочь, вера твоя спасет тебя». Преподав Матроне довольно душеполезных наставлений, Вассиан отослал ее тайно к блаженной Сусанне. Сам же дал обещание иметь о ней попечение, только бы она неизменно служила Христу. В то время умерла дочь Матроны, Феодотия, которую она поручила Сусанне, ибо благий Господь, желая освободить рабу свою Матрону от заботы, чтобы она, избавившись от попечения о дочери, свободнее могла служить ему, взял к себе Феодотию и вселил в обители небесные. Посему Матрона вместо скорби исполнилась радости, видя свою дочь, еще не познавшую прелести лукавого мира, отшедшую ко Господу и непорочно представшую к нему. Сама же она укрылась у Сусанны, или лучше сказать, Бог укрывал ее через Сусанну. Между тем Домитиан, муж Матроны, всюду искал ее, обходя многие города и селения и разные монастыри, разыскивая и всюду расспрашивая о ней всех, но не находил ее. Затем он услыхал, что в монастыре преподобного Вассиана была какая-то женщина в мужском образе, жившая как евнух, ибо слух об этом распространился сначала между всею братьею, а потом и между живущими в мире. Догадавшись, что это его жена, Домитиан пришел к монастырю и, сильно стуча в ворота, стал кричать с гневом: «Обиду нанесли вы мне, иноки! Обиду великую! Вы прельстили жену мою и держите ее у себя! Так ли подобает делать инокам? В этом ли состоит житие ваше? Отдайте мне жену мою! Зачем вы беззаконно разлучаете тех, кого Бог сочетал для доброго жития? Отдайте мне ту, которая принадлежит мне, как подруга жизни моей!» Иноки, отвечая Домитиану, говорили: «Твоей жены у нас нет, ибо в монастырь наш никогда не входят женщины. Был у нас один евнух, монах Вавила, который некоторое время подвязался с нами, но затем, желая посетить святые места в Иерусалиме, давно уже от нас ушел, о чем всем известно. А где он теперь находится, мы не знаем. О том знает только всеведущий Бог, перед которым нет ничего тайного». Услыхав это, Домитиан в волнении от ревности и вместе с тем в скорби от любви к супруге отошел опечаленный. А блаженный Вассиан рассуждал сам с собою: «Сам Бог избрал эту женщину на служение себе и под свое благое иго взял ее от строптивого и развращенного мужа, верив ее моему недостоинству, дабы я заботился о душе ее. Между тем я пред многими обнаружил ее тайну и сделал известным все, что касается ее. Если теперь ее найдет муж ее и отвратит от предпринятого ей добродетельного пути, повредит ее спасению, то я буду виновен в ее погибели». Призвав некоторых из старцев, составлявших монастырский совет, Вассиан сказал им: «Нам, братья, должно иметь попечение об ушедшей из нашего монастыря сестре, ибо хотя она и женщина, однако вписана в наше братство. Итак, что нам сделать, чтобы богоугодное начатое житие ее пришло к доброму концу?
дабы враг, всегда ищущий падения нашего, не победил ее мужество, не отвратил бы ее от иноческих подвигов и не склонил бы ее к любви мирской, употребив для сего пригодное к тому орудие в лице ее мужа. Так говорил Воссиан братии. Один же из них по имени Маркел, по сану дьякон, сказал преподобному: «В городе Эмессе, где я родился, есть женский монастырь, в котором и сестра моя постриглась. Итак, отче, если угодно, пошли ее туда, и таким образом прекратится забота о ней». Услышав это, Воссиан и прочие старцы согласились с советом Маркела и повелели поискать плывущий в ту сторону корабль. Вскоре по устроению Божию был найден корабль из Эмесса, который, сделав закупки в Византии, снова возвращался в свою страну. Тогда, посадив на тот корабль блаженную Матрону, отослали ее в Эмесский монастырь к иночествовавшим там девам, которыми она и была принята с честью. Живя там добродетельно, в обычных своих подвигах, она превосходила всех смирением, молчанием, постом и бдением и другими иноческими подвигами, так что всех удивляла житием своим и была примером жестокого и трудного пути, ведущего в Царство Божие. Спустя немного времени скончалась игуменья монастыря того, и святая Матрона была избрана всеми как достойная на место умершей. Будучи игуменьей, она, как свеча, поставленная на свечнике, светила ясным светом добродетелей и ревностно заботилась о спасении порученных ей сестер. В то время некий человек, пахавший поле свое, заметил, что на одном месте из земли выходит огонь. Видел он это не один раз, но многократно, ибо в течение многих дней постоянно являлся выходящий из земли пламень. Человек тот пошел в город и возвестил об этом эмесскому епископу. Епископ, уразумев всем особенное знамение, пошел на то место со своим клиром и, сотворив молитву, повелел раскопать землю. Когда это было сделано, в земле был найден сосуд, заключавший в себе не золото, не серебро, но драгоценную больше всех земных сокровищ — главу святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня. Прошла об этом повсюду слава, и собрались к тому месту все жители не только из города Эмесса, но и изо всех окрестных городов и селений. Пришла и преподобная Матрона из своего монастыря со всеми сестрами поклониться обретенной главе святого Иоанна Крестителя. Эта святая глава источала благовонное мира, коим священники помазывали собравшихся, изображая на челах их крестное знамение. Взяла этого мира в маленький сосудец и преподобная Матрона на благословение своему монастырю. Но толпы народа, стремившиеся к святому миру, стеснили ее так, что ей нельзя было пройти. Другие же, увидав у нее святое миро, просили ее помазать их тем миром, так как по случаю тесноты они не могли подойти к священникам. Уступая настоятельным просьбам, она так и делала. Был там один слепец, который от рождения своего не видел света. Он попросил Матрону, чтобы она и его помазала святым миром. Она помазала ему очи, и он тотчас прозрел. Такое чудо всеми приписывалось не только целебному миру святого Иоанна, но и преподобной Матроне, ибо много было там священников, раздававших людям то святое миро, но ничьи руки не могли возвратить зрение слепорожденному. И прославлялось в народе добродетельное житие преподобной Матроны. Спустя довольно времени услышал о Матроне муж ее, Домитиан, и поспешил к городу Эмессу. Узнав же, что ему нельзя войти в тот женский монастырь, где жила преподобная Матрона, и видеть разыскиваемую им супругу, ибо в монастыре том был такой закон, чтобы туда никогда не входить мужчинам, он задумал достигнуть желаемого посредством хитрости. Домитиан уговорил некоторых мирских женщин, чтобы они, придя к Матроне, сказали ей: «Некоторый человек, слыша о твоей святости и совершенном добродетельном житии, издалека пришел поклониться тебе и удостоиться твоего благословения святых твоих молитв. Итак, окажи любовь Бога ради, и не презри человека того, который ради тебя перенес столь трудный путь. Но выйди к нему, утешь его душеполезными словами и с благословением отпусти его». Пришедшие к Матроне женщины сказали, как были научены. Блаженная Матрона, прозревая обман, спросила женщин, каков лицом человек, пославший их к ней. Они описали ей вид его. Святая поняла, что это ее муж, и сказала женщинам: «Скажите человеку тому, чтобы он подождал до 7 дней,
А в седьмой день я покажусь ему, и он, согласно желанию своему, увидит меня». Отослав женщин, блаженная Матрона начала молиться, чтобы Господь сокрыл ее от мужа. Когда наступила ночь, она взяла волосиницу, небольшой кусок хлеба, и тайно от всех вышла из монастыря и пошла к Иерусалиму. Между тем Домитиан ждал 7 дней в надежде увидать ту, которую желал, и взять ее силою, как законом, сопряженную с ним. На 7-й день он снова послал тех же женщин к преподобной с просьбой, чтобы она, согласно обещанию, показалась ему. Женщины, пришедшие в монастырь, нашли всех инокинь скорбящими и плачущими о своей игумене, ибо они не знали, куда она ушла. Возвратившись, женщины возвестили о том Домитиану. А он, еще более разжигаемый ревностью и скорбью, обходил повсюду, разыскивая ее. Он отправился в Иерусалим и, остановившись в одной гостинице, спросил у живущих там женщин, не случалось ли им когда-нибудь видеть такой-то женщины, причем описал ее вид. Они же отвечали ему на то, помним, что именно такая инокиня поздно приходила к одной из тамошних церквей, но где она теперь находится, не знаем. Домитиан тщательно отыскивал там Матрону, ходя по дорогам и спрашивая по гостиницам. Однажды они встретились, и Матрона узнала мужа своего, но он не узнал ее. Ибо когда Домитиан проходил мимо нее, она покрыла лицо свое и нагнулась, как будто бы что-нибудь собирая. И благодаря такой хитрости не было узнано мужем. Она удивилась настойчивости, с которой разыскивает ее муж, и, боясь, как бы он опять не увидал ее где-нибудь и не узнал, удалилась на гору Синайскую, но и там была разыскиваема и преследуема мужем. Тогда она пошла в Берит и, нашедшая одно пустое идольское капище, вошла в него и стала в нем жить. Бесы, не вынося ее пребывания, там различным образом ее устрашали, желая изгнать святую оттуда. Иногда они вопили на нее, не показываясь ей. Иногда же явным образом нападали на нее. Когда же Матрона воспевала псалмы, бесы с ругательствами перебивали ее. Но все таковые бесовские мечтания и привидения святая отгоняла крестным знамением и прилежную к Богу молитвою. Во время пребывания в том идольском капище пищей для преподобной были растущие в окрестностях злаки, а питьем вода из источника, чудесным образом истекшего ради ее. Однажды она, почувствовав жажду, искала кругом воды, не находила, ибо земля была сухая, опалена солнечным зноем. Найдя какой-то маленький и острый камешек, она выкопала им в земле маленькую ямку с горсть человека и, оставив ее, отошла на молитву. На другой день поутру она пришла к тому месту и нашла быстро текущий источник воды. Кругом источника выросли вкусные злаки. Это послужило трапезой невесте Христовой, трапезой сладчайшей всех трапез царских. Она вкушала те вкусные злаки и пила воду, благодаря Бога, дающего пищу всякой плоти, отверзающего руку свою и исполняющего всякое животное благоволение. Однажды бес принял вид красивой женщины и пришел к преподобной Матроне с лестью, говоря, «Зачем ты, госпожа моя, избрала себе такой странный образ жизни? Место здесь пустынное, и нет ничего для удовлетворения телесных потребностей. К тому же ты еще молода и лицом красива. Боюсь, чтобы кто-нибудь, увидав тебя, не прельстился твоей красотой, не причинил бы тебе насилие, и тогда не будет никого, кто помог тебе и освободил бы тебя от рук его». Итак, оставь, госпожа моя, такую жизнь, и иди со мной в город, ибо можешь и в городе жить в безмолвии. Я же найду для твоего жительства дом, какой будет нужен, и ты будешь иметь все необходимое, и никто не посмеет тебе сделать неприятность, ибо соседи помогут тебе избавить тебя от оскорблений. Слыша такие льстивые слова, святая Матрона поняла, что это стрелы вражии, и тотчас прияла щит непобедимый, преподобие, и не только сама защитилась от стрел лукавого, но и самого стреляющего уязвила молитвою как бы мечом и прогнала. После того бес преобразился в престарелую женщину, из очей которой исходил огонь. Устремившись с гневом на Матрону, женщина эта ухватилась за ноги ее, изрыгая бесстыдные слова и угрозы. Святая же не обращала на нее внимания, но стояла, молясь Богу. И тотчас бес исчез. После таковых бесовских нападений Господь посредством некоторого божественного откровения утешил блаженную Матрону и исполнил сердце ее неизреченной духовной радости и небесного утешения.
ибо Он ведает, как утешать в скорбях служащих Ему, помогать им в напастях и обращать в радость печаль их, как говорит Давид: «По множеству болезней моих в сердце моем утешение Твои возвеселили душу мою». И восхотел Господь через сию угодницу Божию свою оказать пользу многим и наставить многих на путь спасения, почему и открыл ее жителям Берита. Она была обретена тремя христианами, которые вечером, проходя мимо того капища, увидали ее молящуюся. Они рассказали об этом другим, и многие начали приходить к ней, желая ее видеть. Прияв от Бога благодатный дар учительства, проповедовала она им Слово Божие и богодухновенную беседу, и приносила им большую пользу и наставляла на путь спасения. Пришли к ней некоторые жены и девицы, и, удивившись равноангельскому житию ее, пожелали последовать ее примеру и проводить с ней иноческую жизнь. Сначала пришла к преподобной одна женщина по имени Софрония, которая, будучи язычницей, любила, однако, воздержание, чистоту и жила, как инокиня, девственницей, имея при себе и других женщин, последовавших ее образу жизни и учению. Услышав о блаженной Матроне и о строгом житии ее, она пожелала видеть ее и пришла к ней со своими подругами. Святая же Матрона, отверши богоглаголевые уста свои, начала говорить ей об едином истинном Боге и о единородном Сыне Его, как Он воплотился от безмужней и пречистой девы, пострадал ради нашего спасения, воскрес, вошел плотью на небо и приедет судить живых и мертвых. Открыв Софронии многие таинства христианской веры, Матрона обратила ее и бывших с нею ко Христу. Приняв вскоре от беритского епископа крещение, они стали проводить иноческую жизнь вместе с преподобной Матроной в том же самом идольском капище, так что оно из вертепа разбойнического сделалось обителью невест Христовых. После этого одна девица по имени Евхея, которая была идольской жрицей и соблюдала девство, пришла к преподобной Матроне и, припадши к ногам ее, просила, чтобы она научила ее вере во Христа Иисуса и позволила жить с собою. Святая, довольно поучив девицу божественными словами, воспламенила сердце ее любовью ко Христу и убедила ее отречься от мира. В то время наступил там некоторый богомерзкий языческий праздник, и язычники, бывшие в Берите, собрались к своим идолам, чтобы совершить праздник. Не найдя жрицы идолов, которая по обычаю языческому должна была вознести жертвы их, они удивлялись, куда она ушла. Когда сделалось известным, что она ушла к Матроне, некоторые из них, в особенности родственники той девицы, пошли туда, и, найдя Евхею, сидящую с Матроной и с умилением слушающую божественные слова, сказали ей: «Зачем ты, девица, презрела великих богов и оставила жертвоприношение им? Вот из-за тебя восстал на нас народ, не желая терпеть бесчестие, наносимого богам своим. Итак, иди с нами совершить ныне празднование». Девица же не хотела не только слышать слов их, но даже и смотреть на них. Но как Мария сидела при ногах Иисуса, так и она сидела перед своей учительницей, преподобной Матроной, которая кротко и с любовью говорила пришедшим: «Оставьте пребывать с нами эту рабу истинного Бога, которая прежде была рабой суетных богов ваших, ибо она не может уже иметь общения с вами, так как желает обручиться со Христом». Пришедшие родственники долго старались отвлечь от Матроны девицу, то ласками, то угрозами, хотели даже взять ее силою, но невидимая сила Божия возбраняла им. Не достигнув желаемого, они сказали: «Если ты не послушаешь нас и не пойдешь сейчас к нам для совершения праздника богам, то завтра утром мы придем, предадим огню это капище и сожжем всех находящихся в нем, и тебя с ними». Так, пригрозивши, они ушли. Святая же Матрона с бывшими с нею сестрами собрала много дров и хворосту и, обложив кругом капище, послала вслед ушедшим язычникам сказать им: «Вот уже готовы огонь и дрова, исполните же свое обещание! Сожгите нас, чтобы нам быть благоуханной жертвой Христу Богу нашему!» Язычники, удивившись мужеству, с которым они были готовы умереть за своего Бога, не знали, что отвечать им, и уже более не приходили к ним. Между тем преподобная Матрона обратилась к епископу с просьбой прислать к ней пресвитера.
Когда пресвитер пришел, она вверила ту девицу его попечению, чтобы он сподобил ее святого крещения и опять привел бы ее к ней. И пресвитер исполнил немедленно ее волю. Приняв крещение, девица та добродетельно подвязалась в посте и молитвах с остальными сестрами, которых было при святой Матроне 8. Все они были подобны мудрым девам, украшающим светильники свои, приготовляющимися во сретение жениху своему. Между тем, как преподобная Матрона проводила такой образ жизни, день и ночь работая с сестрами Богу и множество людей обращая к нему, явилось у ней желание снова увидать своего духовного отца, преподобного Воссиана. Она хотела пойти в Константинополь, но мысль, что муж ее, Домитиан, живет в Константинополе, удерживала Матрону от такого намерения, и она боялась туда идти, чтобы не быть узнанною своим мужем. Вместе с тем она размышляла в себе: «Не могу я более оставаться здесь, ибо многие приходят ко мне и прославляют меня как добродетельную, и я боюсь тщеславия. К тому же я боюсь, как бы не услыхал обо мне муж мой, ибо вся страна узнала обо мне, и кто-нибудь может сказать ему. А когда он сюда придет и найдет меня, то погубит весь иноческий подвиг мой. Итак, уйду отсюда или в Александрию, или в Антиохию». Остановившись на этом решении, святая начала прилежно молить Бога, чтобы он открыл ей, куда ей направиться, где бы она могла жить с большей пользою. Молясь об этом, она однажды увидала во сне трех мужей, спорящих из-за нее между собою. Так как каждый хотел взять ее в сожительство с собою, а она же отклонялась, говоря: «Я уже давно бегаю от супружества, а если бы теперь снова пожелала его, то и тогда не быть тому. Однако кто вы?» Первый отвечал: «Я Александр». Другой сказал: «Я Антиох». Третий сказал: «Я Константин». Сказав это, они бросили между собой жребий, кто ее возьмет, и жребий пал самому молодому, который назвал себя Константином. Последний хотел взять ее. Матрона от страха проснулась и размышляла о виденном. При этом она истолковала свой сон так: «Три мужа — Александр, Антиох и Константин. Суть — три города, о которых я думал, именно Александрия, Антиохия и Константинополь. Жребий же мой, павший на Константина, означает благоизволение Божие, чтобы я шла в Константинополь и увидала отца моего, блаженного Воссиана. Господь, который руководит мною, силен укрыть меня там, чтобы я не была узнана мужем моим. Если пойду и посреди тени смертной, не убоюсь зла, ибо ты, Господи мой, со мною». И, собравшись, она хотела уходить. Сестры же, узнав об ее намерении, что она хочет уйти от них, не отпускали от себя, восклицая со слезами: «Зачем ты, мать наша, оставляешь нас, чад своих, еще недостаточно утвержденных в законе Господнем? Зачем оставляешь молодые в вере отрасли, еще недостаточно водою учения напоенные? Куда ты уходишь, мать наша? На кого оставляешь нас, и почему не берешь нас с собою?» Преподобная, успокоив их, поведала им волю Божию, открытую ей в видении, именно, чтобы она шла в Константинополь. И тотчас она послала к епископу, прося его прислать к ней двух диаконис, опытных в добродетелях и совершенных по жизни, чтобы вручить им то новособранное малое стадо Христово. Епископ исполнил желание ее, прислал ей диаконис, каких она желала, поручив им, как некоторые драгоценные сокровища своих духовных черей, и преподав им мир. Преподобная Матрона ушла от них, взяв с собой только одну сестру, блаженную Софронию. Достигнув моря, она нашла корабль, плывший в Константинополь, и села на него. При попутном ветре они достигли Константинополя, и святая Матрона вместе с Софронией поспешили к находившейся вблизи моря церкви святой Ирины. Войдя в церковь, Матрона встретила прежде упомянутого диакона Маркела, который советовал блаженному Воссиану послать ее в женский монастырь, находившийся в городе Эмессе. Святая Матрона открыла себя тому диакону и подробно рассказала о себе все, как она была преследуема мужем в Эмессе, в Иерусалиме и на Синае, как жила в Берите в Идальском капище и собрала сестер, как через нее Господь обратил к себе множество людей, и почему она предприняла такой путь из Берита в Константинополь, желая видеть своего духовного отца, преподобного Воссиана. Маркел же возвестил преподобному о прибытии Матроны,
и рассказал ему все, что от нее слышал. Преподобный тотчас приказал Маркелу найти близ своего монастыря спокойный дом и ввести туда Матрону. Когда это было сделано, преподобный Васиан увиделся с нею, благословил ее, и, узнав о трудах ее, радовался таковым ее подвигам и усердной любви к Богу. С того времени преподобная Матрона стала жить в Константинополе без тревоги, так как муж ее уже умер. Преподобный же Васиан доставлял ей все нужное и привел к ней сестер ее, оставшихся в Берите. По ее просьбе он послал письмо к беритскому епископу, прося его отпустить инокинь, собранных Матроной в Константинополь, к ней, как духовной матери их. Вскоре все они прибыли туда и стали подвязаться вместе с преподобной Матроной, служа Богу в праведности и благочестии. Матрона была для всех примером богоугодной жизни. Взирая на нее, не только принявшие иночество, но и множество мирян получали пользу. Слава об ее добродетелях распространялась повсюду, и прославляем был ради нее Отец Небесный. Дошел слух о Матроне до царицы Верины, супруги царствовавшего в то время царя Льва Великого, 457 по 474 год. Она, услышав о совершенном добродетельном житии преподобной Матроны, пожелала видеть ее и сама пришла к ней. Матрона с честью приняла царицу и устроила ей угощение, какое лишь могло быть у великой и ничего не имеющей постницы. Удивилась царица такому ее житию, а в особенности тому, что преподобная ничего у нее не просила, хотя та и имела намерение дать ей многие дары. Получив от беседы с блаженной Матроной духовную для себя пользу, царица возвратилась в свои палаты. Приходили к преподобной многие недужные и получали здравие, ибо сильна была молитва ее исцелить недуги, не только телесные, но и душевные. Одна знатная женщина по имени Ефимия, супруга епарха Анфима, впавшая в тяжкий и неисцелимый недуг, после того, как не могла получить помощи от врачей, пришла к преподобной Матроне. Взявши руку ее, Ефимия прикладывала к частям болящего своего тела, и от прикосновения руки ее получила совершенное здравие. Видя, что дом, в котором жительствовала преподобная ее с сестрами, тесен и к тому же был не ее собственный, Ефимия желала устроить для исцелительницы своей преподобной Матроны монастырь, просторный и удобный для обитания, что вскоре и исполнила. Переселившись из тесного дома в новосозданный монастырь, преподобная собрала еще большее стадо словесных овец, девиц и жен, унивестила их Христу и прилежно заботилась о спасении их. Вскоре после того преподобная Матрона предузнала скорое свое отшествие к Богу, ибо оно было открыто ей в видении. Ей представилось, будто она ходит по прекраснейшему месту, на котором были насаждены благоплодные деревья, а посреди протекали источники чистых вод. Далее расстилалось цветущее поле. Множество прекрасных птиц пели там различными приятными голосами. Деревья слегка колыхались от тихо веющего ветра. Тут же журчали источники. Вообще нельзя было изобразить красоты места того, ибо то был рай Божий. Стояли там честные, благолепные жены, которые показывали блаженной Матроне пресветлую палату созданию, созданную Божией ее, а не человеческой рукой, и говорили ей: «Вот дом твой, Матрона, для тебя от Бога уготованный. Приди и живи в нем». Из этого видения преподобная познала, что уже приблизилась кончина ее, и стала готовиться к отшествию, еще усерднее молясь Господу, ради которого все вменила в ничто. Затем она призвала к себе всех сестер своих и довольно поучала их тому, что нужно для спасения. Преподав им мир, она почила о Господе и от земной обители переселилась в уготованную для нее небесную, которую ранее видела в видении. Так преподобная Матрона скончалась в преклонной и доброй старости в 492 году. В мирской жизни она прожила 25 лет, а в иночестве 75, всех же лет ее было 100. А ныне обитает она в вечной жизни, предстоя престолу животворящей и нераздельной Троицы, Отца и Сына
и Святого Духа, единого Бога. Ему же слава во веки. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.